Говорят, что красота спасет мир. Так ли это на самом деле? Ребята, которые пришли на кастинг, абсолютно согласны с данным утверждением. 27 февраля прошел второй этап отбора на звание самого красивого парня и самой красивой девушки нашего вуза. Задача конкурсантов была проста. Им нужно было за короткое время продемонстрировать свои главные умения и раскрыть таланты. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то декламировал стихотворение. На протяжении всего кастинга из актового зала доносились красивые, мелодичные звуки голосов конкурсантов, которые пели, и слышалась ритмичная музыка, под которую они исполняли свои танцевальные номера. Однако, многие ребята халатно подошли к конкурсу, не считая нужным уделить подготовке должное время и внимание. Стоит отметить, что некоторые парни отнеслись к конкурсу не серьезно, а иронично, воспринимая кастинг как какую-то шутку. Это сильно бросалось в глаза, учитывая то, что на прошлогоднем кастинге абсолютно все ребята были подготовлены на высшем уровне. Сегодня у нас прошел кастинг. Все девочки, конечно, очень красивые, талантливые, они показали свой талант. Были, конечно, участники, которые сегодня даже не знали, что будет конкурс, неподготовленные. Думаю, что ответственные люди так не поступают. Участие в кастинге приняло 16 человек, но после отбора в финальный этап попало 11, 6 девушек и 5 парней. Так что в финале оказались почти все, кто пришел на кастинг. Финалисты выражают свою радость и готовятся к финальному этапу конкурса, который пройдет 17 марта в клубе King Club. Стоимость одного билета 2500 тенге. Но не все студенты университета разделяют их радость. Большинству из них неинтересно, чем закончится конкурс и кто же станет лицом IT-университета. В социальных сетях не ведутся активные дискуссии, обсуждения, которые были в прошлом году. Такое массовое равнодушие к конкурсу происходит впервые. Мы ожидали большего. У нас куча ребят, которые могли бы участвовать в этом кастинге, но не захотели. Мы не знаем почему. В дальнейшем хотелось бы, чтобы больше участников посещало наш кастинг, больше аудитории собирало наше мероприятие. Чем закончится кастинг «Мистер и Мисс IT», сколько людей придут на мероприятие и придут ли вообще, мы узнаем уже в эту пятницу. Надеемся, что финалом останутся довольны и учащиеся, и конкурсанты, а лицом нашего вуза станут по-настоящему достойные ребята.